Промоутерская группа «Рати», промоутерская компания «Ambitions Management» представляют третий бой вечера. Рейтинговый бой в наилегчайшем весе 56 килограммов и 700 граммов. В синий угол ринга приглашаю Алексея Шапошникова. Дорогие друзья, у нас следующий поединок сегодняшнего вечера. И к нам вот тут в комментаторской рубке присоединился Сергей Найденов, наш комментатор. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств. Ну а у нас следующий бой — Алексей Шапошников. И вот он уже двигается к рингу. Город Екатеринбург, клуб «След» он представляет. У него два боя, две победы. Угол ринга. Добро пожаловать, Влас Калашов! А соперником сегодня у Алексея Шапошникова будет Влас Калашов. У него дебют, он из города Иваново и представляет клуб «Автокран». Влас Калашов! Угуринга, боец из города Екатеринбург. Его рост 164 сантиметра, вес 56 килограммов и 720 граммов. Профессиональный рекорд — 2 боя, 2 победы. Из клуба «След» Алексей Шапошников. Его соперник в красном углу — боец из города Иваново. Его рост 165 сантиметров, вес 56 килограммов и 120 граммов. С профессиональным дебютом из клуба «Автокран» — Влас Калашов. Рефери в ринге — Воротников Дмитрий. Формула боя — 2 раунда по 5 минут. Рефери в ринге дал последние наставления бойцам. Ну и мы ждем начала первого раунда. Еще раз напоминаю, это весовая категория 56 килограммов и 700 грамм, где встречается Алексей Шапошников и его соперник Влас Калашов. Бойцы готовы? Подняли руки. Фай! Сразу так занимает центр ринга Алексей. Поджал немножко канатом. Такой размен. Размен стойки. Да, парни сразу без разведки начали бой. Оба правши. Попытка прохода от Галашова. Ну, так защищается сейчас. Да, хорошая защита от тейкдауна у Алексея. Снова в стойку поднимают бойцы. Хорошо правым прямым попадает Галашов. Оба идут в такой размен, что делает и очень интересно вот этот поединок. Ох, еще раз, мне кажется, чуть-чуть чиркнул, попал так через руку Калашов. Делает интересный поединок и делает
большую вероятность того, что одним попаданием все может и закончиться. Да. Отлично, отлично, еще! Контролирует. Делает накат. Да, будет пытаться добивать шапошников. Садится в маунт. Я на секунду принимаю такую позицию и... Ну, шапошников наносит тяжелое попадание, точное тяжелое попадание. Вылетает капа. Я думаю, шапошников сейчас не отпустит уже из этой позиции. Очень тяжелое попадание, да. Рефери внимательно сейчас в такой момент готов остановить поединок. Поднять он точно не поднимет, только если будет технический нокаут. Уже лицо разбитое. Много попаданий, но пока-пока продолжается. И остановка. Досрочная победа. Можно сказать, в одни ворота просто... Да. Разбил, просто разбил, в прямом смысле разбил. Но, скорее всего, Влас был просто не готов к такому развитию событий, так как, и судя по его действиям, он просто не знал, что сделать из этого положения. Да. А мы ждем официального объявления сейчас победителя. На первой минуте и 25 секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал Алексей Шапошников! Да, и победу одерживает здесь Алексей Шапошников. Огромные поздравления ему и, конечно же, уважение ему сопернику. Позитивный бар-ресторан «Оптимист». «Оптимист», добавь в свою жизнь позитива. Сервис для заказа такси «Убер». «Убер» — это больше, чем такси.